Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы будем играть в прикольную игру, которая посвящена морфам в Doors. Почему мы будем ее смотреть? Дело в том, что часто из подобных игр действительно монстры перерастают и потом переходят в основную игру, если разработчикам, к примеру, понравится тот или иной монстр. Поэтому, ребят, поищем морфы, и, возможно, кто-то из новых морфов станет во второй части игры Doors. Так, это у нас фигура. Кстати, довольно-таки прикольно сделано. Вот здесь я тут еще что-то нашел. Сик. Тиосикс. Ребята, это Тио из Пиги, серьезно. Он же тоже в глазах у нас есть. Вау. Две моих любимых сейчас игры, ребята. Это Пиги и Дорс. Они объединились, и теперь у нас получился Теодорс. Так, ну хорошо, ребят, давайте дальше искать. Глазик Сика у нас. Ребят, кто не смотрел видосики, обязательно посмотрите историю Doors. Я снимал, рассказывал про всех монстров. Очень много собрал интересных фактов о всех персонажах. Если вы не знали, если вы чего-то не видели, обязательно зайдите и посмотрите этот ролик. Ну и сейчас, довольно, кстати, мне нравится этот... Ух ты, Evil Eyes. Злые глазки у нас. 32 или 36... Глаз, ребят, по идее, должно здесь быть. Не помню, сколько именно, я это говорил, опять же таки, в том же видео. Так, ну что, ребят, смотрите, мне нравится, еще подсвечивается так. Давайте я отключу на всякий случай музыку, потому что не знаю все-таки, что и как может прилететь за эту музыку. Вы уже самостоятельно посмотрите, вот, послушайте, какая анимация звуковая еще у каждого персонажа. Ну, чтобы вам было интересно поиграть, с другой стороны. А то я вам все покажу, и вам будет неинтересно уже искать их, одевать. Я постараюсь максимально много одевать, но тоже буду какие-то пропускать морфы, чтобы вы смогли их посмотреть самостоятельно, когда будете проходить, если захочете. Ну, ссылка в любом случае будет в описании под этим роликом, как обычно. Так, что-то здесь светится. Тут явно что-то есть. Ага. Angry Eyes. Короче, еще одни глаза у нас. Во, злые глаза. Прикольно, прикольно. Так, тут осмотр. Какой-то подозрительный шкаф. Он что-то зелененькое явно. Какой-то морф. Давайте посмотрим, кто это. Хакер Сик. Ну, это очень интересно. А, это Бейджи. Не туда я зашел. Так, так, так. Ребят, я уже какую-то легендарочку даже нашел. Вот так вот прям сходу. Ну что, тоже прикольно. Мне нравится. Только единственная фигура немножко такая тощая. Мне кажется, в оригинале она немножко вот такая попричистее была. А он какой-то худой такой. Дистрофик Сид, который долго не ел. Дарк фигура. Темная фигура. Так, ну фигуру мы, в принципе, смотрели уже. Можно ее не включать. Давайте дальше что-нибудь поищем. Может, какой-нибудь новый. Мне интересно все-таки найти что-то необычное. То, чего еще пока нету в игре и, возможно, появится. Поэтому, ребята, на это буду акцентировать ваше внимание. Это обычный Сик у нас, просто стандартный. Так, это что у нас такое спрятано? О, Шейд. Почему-то Шейд его зовут, хотя это Хальт. Ладно. Ух ты, слушайте, тут анимация точно такая же, как в игре. Просто супер такая же. Может, это он и есть. Скретч. Скрич только снежный. Ну что, ребят, скоро Новый год. Соответственно, у нас уже есть новогодний скрич. Все, в принципе, да, нормально. Интересно. Ой, хотел в шкаф зайти, нашел паука. Тимати, привет! Тимати. Тимоха его называю иногда, но ладно, пускай будет Тимати все-таки. Скрэч новогодний вообще шикарный. Он превращается, ребят, в новогоднюю игрушку. Ну а, соответственно, когда останавливается, то вообще в какую-то медузу превращается. И вот такой вот Тимати. Кстати, он на картинке был другой. Ладно. Опять у нас фигура. Очередная. Ух ты, это мифический, ребят. Я нашел первый из двух мифических. Вот это мне повезло. Кстати, он довольно-таки просто был спрятан. А это кто у нас? Слендерсик. Что там по Слендеру? Вот такое. Угу. Пойдет, красный галстук тоже так очень выглядит. И мне походка, кстати, у Сика тоже не нравится, какая-то она дурноватая. Это похоже что-то на глич. Нет, амбуш, я не угадал. Слушайте, амбуш. Амбуш я тоже люблю. Прикольный. Амбуш классный. О!
Я летаю. Так, хакер Rush. Так, у нас что, теперь все хакеры будут? Ну, давайте хакера сразу глича, там, хакера, что у нас там, амбуша. А то как это? Надо уже всех подряд. Rush. Ну, Rush стандартный. Ну, ладно, давайте его посмотрим тоже. Трясти глазики. Ну, такой прозрачный. Без сияния даже. О, Red Glitch. Почему красный глич? Вроде не красный. Ну, ладно. Во. Ну, кто знает, ребят, кто смотрел мои видосы, то именно так глич, в принципе, и выглядит, если ту картинку, скажем так, соединить. Ее просто как бы разрезали. Ну, а сверху у нас лава. Хальт. Так, это у нас... Подожди. Депф. А что это такое? У нас такого не было? О, ребят, это новый персонаж. У нас в игре такого нету. Прикольно. Вот, ребята, уже мы одного персонажика нашли, которого нету в игре, но, возможно, он может появиться. Поэтому не зря уже зашли. Гоутс! Скреч у нас в виде звезды. Так, что еще? Вот что-то синенькое мерещится мне. О, зап скреч. Или скрич. Я вот не знаю, как правильно читать. Скреч или скрич. Если вы знаете, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы мы как-то одинаково все время называли. А то из-за написания немножко все по-разному называют его. Так, что мы там, что мы взяли? Ну, давайте просто с кречиком походим. Спайки, как паучок. Паучок с кречи. Классно, он как звездочка так. Бым-бым-бым-бым-бым-бым на двух лапках. Так, аккуратненько хочу взять. Отсюда не могу, зато отсюда возьму. Атаки. Амбуш. Так, у нас новый амбуш. Амбуш у нас уже был, давайте что-нибудь другое поищем. Тут что-то красненькое у нас. И это Corrupt Rush. Понял, принял. Так, что тут ничего интересненького. Ой, тут меня атакуют. Интересно, вот это что ли? Ух ты, байтес. Зубастик, типа, на зубы. Кстати, вот это прикольно, мне нравится. Смотрите, какой он классный. Вот это зубы, это хорошая идея. Можно тоже, кстати, во вторую часть, во второй этаж. Вообще говорят, что в Doors будет 10 этажей, представляете, ребята, 1000 дверей. Но там будут, естественно, чекпоинты, вы сможете, скорее всего, начать уже со второго этажа сразу, не обязательно проходить полностью. Но если вы будете проходить с первого, соответственно, по второй, то там, возможно, будут возрастать награды, которые вы будете получать. Вообще, было бы интересно, если бы расширили магазин, что можно купить за монеты, чтобы был еще элемент фарма. Ух ты, смотрите, что нашел что-то. Сик. Демон Сик. О, это я хочу посмотреть, как будет Сик выглядеть. Ну, вот эти зубы, короче, мне нравятся, ребят. Забираем на какой-то из этажей, пускай будет. И вот такой вот демонический. Ну, выглядит неплохо, но я повторюсь, мне вот не нравится, как он ходит, и мне не нравится сама фигура. Могли бы скопировать анимацию именно из игры, как он там вот бежит за тобой, чтобы он прям бегал. Было бы, я думаю, прикольно и вообще здорово. Так, это я уже брал. Что тут? Я, может, что-то пропустил? Действительно, скрич, скретч наш тут просто лежит. Самый стандартный... Ой, подождите, подождите. А что здесь? Лайт фигура. Оказывается, они еще и в плафонах могут быть. Ну, ребят, теперь мне нужно опять все обойти и обыскать все плафоны. Вот, кстати, еще что-то вижу. Подпрыгиваю, забираю. Так, это ультра си. Просто ультра-ультра. Давайте его посмотрим. Мне кажется, он прикольный. Где он тут? Ультрасик. 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 Легендарочка, ребят, кстати, на секундочку. Вау. Ну, прикольно. Вижу. Классный, да. Мне нравится. Так, хорошо. Ищем дальше, ребят. Где мы еще не были, чего мы... Вот тут. Вот я еще не забрал. Кинг фигура. Эту фигуру я вам не покажу. Сами посмотрите. Мне кажется, она прикольная будет. Так, что здесь? Здесь что-то явно есть. Я вот прям на нюх чувствую. Блуди фигура, кровяная фигура. Так, тоже сами посмотрите. Вам домашнее задание, да? Посмотреть морф этот. Глич. Ну, это самый обычный глич. Мы уже смотрели с вами глич. А это типа стандартный. Хорошо. Ну что ж, ребят, на этой локации мы уже абсолютно все нашли. Телепортируемся. На канал мой подпишись. Лайк поставь мне, не скупись.
В игре у нас есть телепорт кнопочка, и здесь у нас есть еще две локации, как минимум. Это библиотека и конец карты. Так, может еще будут добавляться, давайте теперь здесь. Ой, подождите. О, грид, смотрите, ребята, еще один новый морф. Смотрите, мы уже третьего монстра нашли, которого нету в игре, и который может появиться. Вот такие вот, ну, в принципе, чем-то похож на зубы, только с каким-то еще изображением. Интересно, интересно. Опять этот Depth уже был у нас. Depth. Хорошо. Давайте дальше смотреть книжечки. Я, кстати, думал, что какую-то книжечку... Toxic Glitch, давайте посмотрим. Что какую-то книгу можно будет взять, но никакая не берется. Ого, ничего себе высокий. Это, наверное, самая высокая фигура, ребят, в этой игре. Он просто гигантский глич. Неимоверно высокий. Не, я поменяю скин на свой обычный, потому что он там слишком высокий. Так, тут что-то явно есть. Во, Attacking Grid. Опять грид, который мы уже получали, только теперь будет с подсветкой какой-то. Давайте посмотрим. Вот, ну слушайте, ну страшно выглядит, зубы вообще страшно. Вот зубы надо добавить. Я думаю, что многие стоматолога боятся, а зубы тоже довольно-таки эпично выглядят. Galaxy Eyes. Звездный у нас такой, да, галактический глаз. Это, знаете, как выглядит, как черная дыра в космосе, да? Вот такая засасывает все вокруг. Прикольный тоже глазик. Это тоже ходит как скрич на двух ножках. Так, Blood Eyes. Ай. Получается у нас кровяной глаз. Или кровавый глаз. Да, тоже оригинально. Как молнии такие. Ноги молнии у него. Смотрите, да, как скримеры прикольно выглядят. Так, это что у нас? Ангел. Фигура ангела. Сами. На домашнее задание посмотреть. Так, я не могу добраться сюда. Мне нужно поменять. Давайте на свой... Вот, с этого могу забрать. Что это? Silence. Слушайте, такого тоже не было. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итого, ребята, мы как минимум 4 фигурки персонажика уже нашли, которых нету в основной игре. И последняя локация, ребята, это концовка. Здесь, по идее, я заберу остальные морфы, которых у меня не хватает. Я постараюсь собрать абсолютно все морфы, но если каких-то будет не хватать, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях локацию, где именно можно будет найти, чтобы я потом после премьеры этого видео зашел и забрал. Так, что это у нас? Disturbed Silence. Можно, конечно, купить за 75 робоксов, по-моему, там стоит, чтобы знать, где что лежит, но так неинтересно. Мне будет приятнее, если вы напишите, а не за робоксы, я об этом узнаю. Так, ну что, ну такой, да, скример хороший, тоже нравится, можно брать. Вот, краш и траш. Если я его найду, сейчас его одену. Вот, да, есть. О, не, ну, мне не нравится фиолетовый, все-таки к черному я привык, наверное. Черный мне нравится больше. Так, ребят, продолжаем поиски. Мне совсем немножко осталось, буквально там штук 5, наверное, этих скинов. Ну, может, чуть больше, но, короче, не больше десятка, это точно. Так, это что у нас? О, Shadow, ребята! Shadow — это единственный персонаж, которого я еще не видел в игре. Он безумно редкий. Я надеюсь, что когда-нибудь я все-таки смогу его увидеть. Вот. Но пока, ребят, пока мне не удавалось его встретить. Такая вот мрачненькая фигура. Как и рассказывал в игре... Кстати, тут еще что-то есть. В игре он, файл подписан как странный чувак. Так, тут я еще кое-что нашел, ребят, смотрите. Corrupt Bites. Опять зубы. Красные зубы наши. И, наверное, ребята, раз, два и все. Два скина еще мне осталось найти всего лишь в этой игре. И я видел, что ребята нашли Джо. Джо, кстати, довольно-таки... Вот он, вот здесь вот. Джо у нас довольно-таки редкий. Редкая сущность. И в этой игре, видите, я тоже его нашел предпоследний. Ну, окей, ребята, показываю все морфы. Смотрите, какое их огромное количество. Я нашел почти всех, не хватает только одного морфа. Если вы его найдете, напишите в комментариях, где именно вы это сделали. Dark Shade его зовут. На этом буду закругляться. Спасибо, что смотрели. Спасибо всем, кто поставил лайк под этим видео. И, конечно же, тем, кто подписался. Встретимся в следующем видео. Пока!